После завершения G20 в Петербурге ожидают приток иностранных гостей. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал председатель Комитета по развитию туризма. По словам Александра Шапкина, подобные мероприятия благоприятно влияют на имидж нашего города и делают его по-настоящему популярным. Освещать саммит будет около 3000 журналистов. И сегодня никто из присутствующих чиновников не скрывал, что сделают все возможное, чтобы пребывание прессы в Петербурге было комфортным. Мы прекрасно понимаем, что те 36 официальных делегаций, которые будут присутствовать в городе, тоже составят свое определенное мнение. И это самое мнение они, естественно, будут транслировать в том числе и в тех странах, откуда они прибыли. Переоценить значение этого мероприятия для туристской привлекательности города достаточно сложно. Впрочем, благодаря саммиту петербуржцы смогут увидеть 3D-шоу. На Дворцовой площади покажут снимки лучших мировых фотографов в поисках кадров. Они сначала отправятся в путешествие по России, снимая не только мегаполисы, но и глубинку.